Московская детская филармония открывается, музыкальная терраса. И у нас в гостях дуэт замечательный InFly. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Яна и Марат. И, естественно, Наталья Подкорытова, заместитель директора Свердловской детской филармонии. Доброе утро. Наталья, доброе утро. Ваша терраса уникальна тем, что она находится а. в центре города и б. у нее уникальный вид на дендрарий. Когда открытие? В общем, да, открытие у нас во вторник, 11 числа, в 7 часов вечера будет первый концерт. Чей? Вот вы начали утро с InFly, мы закончим этот вечер, этот день, 11 июня, вот с концерта InFly. Замечательно. А как часто планируются концерты? Концерты будут по вторникам, средам и четвергам, июнь, июль и август. То есть все лето все натирать. Лето? Все лето, да. И будет все постоянно InFly играть? Ну, не только InFly. Конечно, мы бы хотели, если бы ребята сделали 18 разных программ. Не сможете, что ли? Все же, какие будут музыканты выступать? В июне у нас будет, кроме скрипки Яны, еще совершенно роскошная, харизматичная скрипка Леонида Элькина. Думаю, это музыкант, который вообще не нуждается в каких-то... Я ходила в прошлом году. Да, Леонид Элькин будет совершенно замечательный, тоже саксофон, да, Андрея Медведева. Это будут джазовые аранжировки, обработки, ну и вообще просто саксофон, знаете, вид сверху на город. Это заканчивать день с саксофоном, это прекрасно. Да, 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 тем да. более еще и кофе, и десерт. А если погода немножечко испортилась, вот раз открыто? Если совсем уже проливной дождь и снег, все-таки Урал — это зона очень рискованного музицирования. Концерт отменяется? Концерт не отменяется, он просто перенесется в зал. Все, конечно, энергии будут другие, но музыка вечна, и она звучит везде. Вот. Но если будет чуть-чуть просто прохладно, то либо одеваемся, либо пледы, которые у нас есть, либо чай с кофе горячий. Он есть всегда, независимо от погоды. Поэтому концерт состоится при любой погоде. Ребят, что будете играть на открытии террасы? Концерт у нас посвящен Дню России. Будут, соответственно, произведения в этой тематике, но в основном это джаз, классика. Гимн будет? Нет, это будет... Это на бис. Гимн на бис. Да. Гимн на бис. Гимн на бис. Марат, а вы давно выступаете вместе? Давно. Ну и как вам работается? Очень хорошо. Все получается? Да. Хорошо. Да, вот неожиданное сочетание все-таки баян и скрипка, да, у нас еще будет еще очень неожиданное сочетание, это ксилофон и баян, да, это тоже очень известные музыканты в городе, это солисты ансамбля «Изумруд», Ренат Якупов и Евгений Ханчин. Вот, будет совершенно потрясающий голос Валерия Топоркова. Да, это бархатный баритон. Всю программу, где можно посмотреть, и есть ли еще билеты, самое билеты главное? Билеты есть, да. Билеты нужно смотреть аккуратно, потому что там есть большая разница в билетах. Не в цене даже, а в том, насколько видна площадка. Ага. Комментарии есть. Категория. Ну, на самом деле, мы хоть и до детской филармонии, но артисты не дети, как сами понимаете, да. Вот. Ну, а прийти послушать музыку уже в любом возрасте возможно. Да, конечно. Это свобода. Да, это да, можно... да, да, да. Спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли к нам сегодня на эфир. Мы желаем вам полных посадок, полных продаж, а вам, ребята, творческих успехов. Спасибо. Хорошего дня желаем. Сейчас мы прерываемся на небольшую рекламу, после которой возвращаемся и уже подводим итоги нашего эфира.